Всем, друзья, Маткульт, привет с Байкала! Вот это озеро Байкал. И там потрясающая заповедная деревня Большие Коты, где Байкальская биологическая станция и где мы живем некоторую часть лета. Вот. Значит, июльские новости. Первое сообщение состоит в том, что найдено 51 число Мерсена. Я даже не могу его выговорить, поэтому смотрите вниз по ссылке, чему оно равно. Напоминаю, что числа Мерсена связаны с совершенными числами. А именно, любое четное совершенное число равно чему? Равно 2в на минус 1 умножить на 2 в степени n минус 1, где 2v на минус 1 должно быть простым. Так вот, такие числа вида 2v на минус 1, которые просты, называются числами Мерсена. И вот их всего лишь 50 было известно, а теперь 51. А теперь поехали. Вышло огромное количество коллабов. И прямо сегодня я получил смс от Дани Крастера. Это такой питерский крутейший чувак, у которого на ютьюбе вышел подкраст. Разговор со мной. Заходите, жутко интересно. Я сам вот уже, это очень давно записывалось, и только сейчас вышло. Заходите все туда. Дальше ко мне приезжала команда белорусов. Белорусов! 5 человек. Приезжала из Минска на школу 2x2. Полдня записывали, вышел отличнейший подкаст. Очень, мне кажется, такой содержательный, интересный разговор. Так что всех приглашаю. Дальше я посетил впервые русские собрания. Да, русские собрания. Такие там всякие известные люди, типа Егора Холмогорова, с которым я наконец познакомился. Вот, ну и там у меня два маленьких ролика. Тоже смотрите по ссылочке. Ирина Мухина из Канады. Бабушка. Бабушка оцифрованного мира, как она себя называет. Искусственный интеллект, по-моему, для домохозяек. Такой канал. В общем, мы обсудили, что происходит в мире. Если верить Ирине, то вообще там полная жесть. Уже всех обложили, все эти страшные корпорации, ЛГБТ и прочее. И остались только маленькие островки. Вот, ну, у нас пока вроде попроще с этим. Но, в общем, был очень интересный разговор с Ириной Мухиной на ее канале. Гроза! Я люблю ходить на грозу. Мы обычно там стримим с Ховой, с Хованским, но Хованский временно в тюрьме находится, поэтому сейчас был просто этот самый разговор с самим Николаем Росовым. Я появляюсь на 35-й минуте и ухожу на 70-й минуте, и нахожусь я в это время в Сочи, на море. Два Бояршинова целых вышел за это время, пока я вам не рассказывал новостей. Ну и последнее, что вышел, значит, видос с Юрием Литвиненко и его другом краснодарскими такими совсем-совсем молодыми ребятами. Только школу закончили, они подвернулись под руку очень хорошо. У меня там было полдня, ну, как бы такое, посреди между кучей конференций. И они говорят, может, давайте запишемся, будет круто там. И действительно получилось очень круто. И вот что еще выяснилось в процессе этого подкаста. Они были совершенно уверены, что хулиган Саватеев, у которого, в частности, есть там «Судьба хулигана» книга и какие-то еще стихи, это я. Так вот, внимание, это не я, это мой двойник. Нет никак, это не, у меня нет никаких стихов, вот, кроме там в самом детстве, который я никогда не публиковал. Так что, когда вы увидите «Судьба хулигана» и автор Алексей Саватеев, пожалуйста, знайте, что это не я. Так, вышла рубрика «Путешествия профессора в Кавказском мат-центре». Там всего два пока есть маленьких таких текста. Но я буду туда регулярно посылать про свои путешествия. И там еще три будет из старого. Про 100 километров за один день, что-то еще. Готовится разговор с Мамием, с ректором АГУ. Готовятся съемки с Муратом Куканом. Это народный артист России. У нас получилось несколько классных роликов. Готовится с Володей Зубковым, Гарвард Оксфорд. И готовится Форт Боярд 3. Все это уже заснято и все это скоро выйдет. Ну и, наконец, четыре магистратуры просят меня их отрекламировать. Во-первых, наша магистратура «Теория игр Майкопе» уже отдельно выходила на канале, но еще раз приглашаю всех поступать к нам. Я ошибся там на канале, сказал, что это единственная магистратура по теории игр в России. Вроде в Питере, оказывается, есть тоже. Дальше, в Майкопе же есть магистратура компьютерного зрения.
которая под руководством Мурата Алтуева все расходы и стипендия, все на ITV Group. Поэтому обязательно записывайтесь и проходите ее тоже, да, все магистратуры проходите. Вот, выбирайте любую. Ну и на физтехе есть магистратура когнитивного моделирования, в общем, про искусственный интеллект. Тоже смотрите ссылку. И, наконец, в Сириусе тоже искусственный интеллект. Там у друзей какие-то крутилки, то все, роботы, в общем, тоже заходите по ссылке и поступайте. Там, кстати, в Сириусе очень большая стипендия у аспирантов. Вот так, ой, у магистрантов. Ну и, наконец, давайте подпишем вместе, я уже подписал петицию, против ответственности за невакцинацию. Я не знаю, я ненавижу тоталитаризм, понимаете? Вот ненавижу и все. Да, может быть, в среднем вакцина и полезна, но нельзя людей ее заставлять делать, выгонять с работы там и так далее. У человека должна быть какая-то личная, ну, территория, да, на которую заходить государство не должно. Давайте защитим личную территорию человека и подпишем эту петицию. Я уже подписал. Маткульт, привет с Байкала!